Всем привет, это по-прежнему Террария, мастер мод, естественно, максимальная сложность. И, блин, я настолько засел за рыбалку, что я оторваться не могу. То есть вот здесь реализована очень грамотная рыбалка, и мне прямо действительно нравится. И, как вы можете увидеть, у меня есть один небесный ящик, один золотой, несколько железных, несколько деревянных. Я тут уже какое-то количество деревянных открыл, то есть у меня полностью забит инвентарь. Да, кстати, я нашел озеро, ну, в смысле, тучку с озером, где, собственно говоря, я ловлю всю эту рыбу. Помните, я как раз в прошлом выпуске получил пилон, поставил в пустыне. Я думаю, может быть, взять подрывника, закопаться где-нибудь вот здесь вот вниз, то есть там будет подземелье, там ему построить дом, он будет доволен, никого рядом нет, есть подземелье, даст пилон, и я поставлю там, и я смогу телепортиться к рыбаку. Зачем я туда рыбака посадил, не спрашивайте, не знаю, меня перекосило, мне показалось, что там ему самое место около моря. Ну, в общем, ладно. Я думаю, что пока что с этим хватит, тем более у меня, как видите, все забито, просто... подчистую. Мы с вами сделаем вот так вот, телепортнемся. Ну, это я специально сделал, потому что там один слот оставался. Соответственно, сейчас продадим все ненужное рыбаку. Я вот хочу посмотреть, что... Ой, рыбаку. Этому самому, как его, торговцу. Я хотел убрать вот сюда рыбу ангела. У меня теперь есть три как раз рыбы для заданий. Тут была кровавая луна, приходила невеста. У меня снова есть платье. Я его надевать не буду. Дальше, обогатитель. Второй мне не нужен. Сейчас посмотрим, сколько он стоит. Здорово, дружище. Обогатитель неплохо, можно продать. Я надеюсь, что мне не нужен, но если что, мы выловим, он просто вылавливается просто так. У меня появилось зазубренное цунами в бутылке. Самое главное, что это просто цунами в бутылке. Также воздушные рыбофуги, они также просто вылавливаются. Даже не из коробок, ты их просто ловишь. Еще одни лягушачьи лапки. У нас теперь есть двойной прыжок. Супер высокий. Это благодаря одновременной рыбе фугу, естественно, лапкам, естественно, цунами в бутылке. Нам с вами нужна подкова, потому что, если что, мы разобьемся. То есть, это нужно учитывать обязательно. Плюс 12 золотых, это, естественно, с рыбалки опять же пришло. Давайте приложим. Я хотел уже давно купить у тебя свинью-копилку про запас, чтобы у меня своя была еще одна. Ну, чтобы можно было в нее где-то складировать вещи, это дополнительное хранилище. Вроде я все раскидал. Это пошло сюда, это пошло сюда. Что там происходит? Зомбари. Давайте открывать. Ну, сначала деревянные ящики, это не так интересно. Самое главное, это наживки отсюда. Наживки, наживки, наживки. Все остальные зелья, ну, там, зелья и зелья. О, радар обнаруживает врагов рядом с вами. То есть мне достаточно его просто держать в кармане, да? Да, достаточно в кармане держать, это хорошо. Мне нужен глубинометр, чтобы понимать, на какой я высоте нахожусь. Я к этому очень привык, на самом деле, уже. И без него прям страдаю. Ладно, хорошо, открываем дальше. Слитки, зелья. Ну, это просто сейчас открываем и все. Самое главное, золотишко отсюда приходит. Опа, ботинки пришли. Плюс 4 скорости ближнего боя. Скорости ближнего боя. Хорошо. Это хорошо прям. Защитная цунами в бутылке. Плюс 2 защиты. А у меня 1% урона. Ну давайте, 2 защиты, мне кажется, лучше, чем процент урона. Успокаивающее зелье. Decrease enemy spawn rate. О, прикольно. Это можно применить где-нибудь. Слитки. Рыжая борода. Это просто можно надеть. Это типа рыжая борода, это вот где-то вот здесь вот. Хорошо, ладно, предположим. А, плюс 3 защиты, вольфрамовый, понятно. Soul Starter, наживка для... наживка мастера. Можно надеть, призывает мини-минотавра. Где он там? Хо-хо, прикольно. Слушай, он классный. Но динозаврик тоже хороший. Блин, мне в последнее время везет на всяких монстриков. Ладно, давайте положим его вот сюда, пускай здесь пока что хранится. Ну что, получили мы с вами еще вкусняшек. Во-первых, цунами в бутылке я приложу сюда, чтобы ни с чем не спутать, потому что у меня бывает, у меня уже было, я одно выкинул. Мне кажется, я его выкинул просто, даже не продал, понимаете, в чем фишка? Если бы я эту бутылку продал, я бы хоть удивился, а что она такая дорогая, бутылка не может быть такой дорогой. Я конкретно его выкинул. Ладно, зелье маны. То есть, хорошо, у нас с вами есть хилки, это прям замечательно. Но это, естественно, были самые простенькие коробочки. Переходим с вами к золотому ящику. Давай. Лечебное зелье, золотой слиток и деньги, понятно. 74 золотые монеты, кстати, это хорошо. Небесный ящик. Мне небесный ящик, пожалуйста, мне очень нужна подкова. Я тебя умоляю, подкова. Давай, подкова. Подкова есть, все хорошо. Плюс 4 скорости ближнего боя, классно. Слушай, мощная подкова, кстати. Что просил, то получилось. Давайте вот это уберем, потому что он... У него нет никакого улучшения, и мы с вами чересчур высоко прыгаем, и, ну, мне так не нужно высоко. Это прям неудобно даже становится, потому что периодически ты перепрыгиваешь какие-то места, куда ты хотел попасть, это раз. Это что, увеличивает дистанцию, взять сердец жизни. Ну, это понятно, это прикольно, но на боссах прикольно. Я предлагаю сгонять до рыбака, попытаться сделать там для подрывника дом и перетащить его туда. Ну, должно же сработать, по идее. То есть подземелья-то они везде, подземелья.
или это как бы на поверхности там море. О, цветок дня. На поверхности море, понятно. А внизу-то... Ой, что там такое? А, это... Я тебя даже не заметил. Здесь, кстати, в джунглях очень хорошее место. Здесь тоже нужно половить рыбу, потому что большое очень озеро. Но просто мне, ну, типа, времени не хватило, еще половлю. Я и так 2 часа там ловил на небесах. Так вот, пилоны работают от пилона к пилону. То есть просто так телепортироваться к пилону, к тому я не могу. Тут я, конечно, все застраиваю, но можно было бы сделать попроще. Можно было бы сейчас один раз заморочиться, поставить где-нибудь вот здесь вот верстак. Сейчас, секунду. Мы с вами дверей наделаем. И всю эту застройку просто поменяем на двери. То есть это все равно будет делать комната. Для чего я это делаю? Чтобы не появлялось, не было спауна здесь внутри. Никто не появлялся. Соответственно, таким образом мы сможем здесь бегать спокойно. Я тебя вижу, 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 вижу. Я тебя вижу. Ну, хвататель. А я в броне. В броне пробить не может. Но все равно больно, но убить хотя бы не может. И то слава богу. Давайте ставим обязательно двери. То есть я так смогу быстро проходить. И при этом эти ребята со мной ничего не сделают. Хотя, наверное, все-таки, если заспаунится пожиратели душ, то они, возможно, смогут открыть. Не знаю. Так, мы с вами это дело прошмыгнули. Здесь еще очень далеко до рыбака. Я предлагаю сделать следующее. Мы с вами, во-первых, съедаем еду. Теперь выпиваем. Полетели. Нам очень высоко подниматься не нужно, потому что начинают спауниться всякие гарпии и прочая нечисть. Ну, нет. Прочая нечисть пока что не спаунится. А вот гарпии — это неприятно. Нам этого вполне достаточно. Мы увидим там дождь или еще что-нибудь. Если пойдет. Все-таки там меч неплохой. Я так понимаю, что он, ну, звезды с неба роняет. Я помню этот меч, он и раньше был. Ну, естественно, если там еще одна подкова про запас придет, тоже, в принципе, неплохо. Нет, больше нету, да? Ну, нет и нету. То есть, когда мы с вами спустимся на тот уровень, где начнется тревожная музыка, то есть это означает, что мы с вами в нужном месте, и подроднику там понравится. Мне нужно побольше древесины, потому что древесина вообще закончилась. Камни мы сейчас, получается, добудем. Железо я не взял с собой. Да ему и, в принципе, не нужно. Я ему построю дом без прикрас. Он же подрывник, что ему? Все равно взорвет что-нибудь. Ладно, погнали вниз. Проверяем дом. Этот дом подходит. И теперь назначаем подрывника сюда. Ты живешь здесь. Игра решила немножко с ума сойти и насыпала мне акул-похитительниц. То есть у меня сейчас раз, два, три, четыре. Разве четыре? Оказалось, еще и пятая была. Но ладно, не суть важно. У нас с вами прямо с собой сейчас есть зелье подводного дыхания. В принципе, почему бы не попытаться сплавать на 4 минуты? Прям давайте резко. Только там темно, да? Подожди, там темно. Ладно, пошли так проверять. Я хочу глянуть, что там есть. А, то есть ничего, все, конец карты. Вот так вот просто, да? Ну ладно. Я думал, что-то будет серьезное, ну, сами понимаете, там может быть сундук какой-то мне написали, там может быть на дне. Нет, здесь сундука, ребят, нету. Здорово, дружище. Тебе здесь нравится? Скажи мне, пожалуйста. Не подпишите этот отказ от всех претензий, happiness. Никого нет рядом, я могу тестировать свои бомбы, не создавая вокруг кладбищ, хорошо? Yes! Yes! Он нам с вами продает пилон. Спасибо, братан. Я его поставлю где-нибудь вот здесь вот, и теперь я могу, хорошо, при помощи этого пилона телепортироваться, например, вот к этому пилону, да? Маленькая поправочка, здесь же сейчас нету рыбака, потому что рыбак умер. Я просто не знаю, будет ли хватать вот этого места, чтобы пилон срабатывал, или ему нужно прямо рядом еще один человек. Если ему нужен еще один рядом человек, то придется построить второй дом. Я очень сильно надеюсь, что он сюда не пойдет и не утонет. А жизнь здесь у нас с вами будет, секундочку. Давайте выбираем дом. Гид, это твоя комната. Все. Гид теперь живет здесь. Просто мне нужно, чтобы он запитал этот кристалл, и тогда я смогу отсюда спокойно, точнее, сюда спокойно телепортироваться. Все. То есть, по идее, у нас этот дом подходит, да? Давайте выберем еще раз. Проверка дома. Этот дом уже занят, с ним все хорошо. То есть он даже не поставился бы. Отсюда можно выбираться. И где мое зелье? Вот, все, наконец-то. Больше здесь у нас гид не живет. Зелье возврат еще. Больше здесь у нас с вами гид не живет. Я сюда приволок огромное количество всякого барахла опять. Здесь я закончил арену. То есть, ну, она не очень большая. Но нам этого хватит, по-любому. Плюс мне теперь удобно дальше продвигаться. Все хорошо.
Тем более, раз мы с вами на месте, нажимаем на пилон и перемещаемся с вами вот сюда. Yes, работает. Фух, я уж на самом деле начал сомневаться, что вдруг еще что-то забыл, что-то перепутал, но нет, все хорошо. Так, гранаты. Можно гранат купить один стак, пускай будет, потому что что-то куда-то я свои положил, в каком-то ящике лежат. Дружище, как жизнь, открывай дверь. Рассказывай. Глубоко в пещерах есть рыба из драгоценных камней, не спрашивай, как так получилось, потому что я знаю только, что эта рыба очень крутая, и ты поймаешь ее для меня. Черт, да быть этого не может. Я думал, сейчас порыбачу здесь, а она выловилась с первого броска. Но может быть так бывает, когда вот именно дал задание, а может быть просто повезло. Но сейчас нужно поспешать, потому что он вечно ждать не будет. То есть он в определенный момент обновляет все это дело. О, звезды, класс. Звезды заканчиваются. То есть я тут регулярно собираю, но одно время прям специально, целенаправленно бегал, собирал звезды. И у меня их скопилось штук 40. Сейчас их почти нету. То есть там штук 8 осталось, что ли. У меня есть для тебя работа. Думаю, ты в любом случае не откажешься. Есть, отлично, подмастерье. Это первое выполненное задание. Что? Ты сделал то, что я просил, и выжил? Отлично, давай сюда и проваливай. Спасибо. Давай сюда и проваливай. А ты мне что-нибудь дал взамен? Я не обратил внимания. Наживку? Вроде наживки у меня не было. Зелье ящиков увеличивает вероятность получить ящик. Вот. Дружище, за это спасибо. Так, у нас с вами утро. Давай еще задание. Да, отлично. Классно, у меня есть такая рыба. Закрыть, подожди, дружище. У меня эта рыба есть. Сейчас дам. Если бы еще были эти часики специальные, можно было бы еще сразу... Ну, еще одно задание взять. Ну, привет. 60 монет штурвал. Все хорошо, штурвал. Это просто трофей, можно его просто повесить на стену, то есть, ну вот сюда куда-нибудь. И все. Ну спасибо. Ладно, хорошо. Ну, хотя бы наживку дал. Итак, ладно, на сегодня с рыбалкой все. Я нарыбачился, пока что это все с вами убираем. Нам с вами сейчас нужно взять мои могилки. Вот эти вот. Может вот так вот возьмем, это получается 3, 5, где еще 2? Вот, 7. И сгонять, купить у него еще раз нашу четырехстволочку. Так, давайте 2. 4. Раз, два, три. Этого же хватит, братан. Спасибо. Бывай, я забираю все. Я думаю, что стоит все-таки первым убить короля слаймов. Сейчас мы с вами все лишнее уберем. Вроде там ничего сложного нет. Нам нужна либо платиновая, либо золотая корона. На это, естественно, сейчас понадобятся золотые слитки. Так, а со слитками-то у меня швах, да? Ну, может, мне хватит? Ну вот, золотая корона, хорошо. Да ну, она дешевая, ты посмотри. Она делается там из 5 слитков всего-навсего. Дальше нам понадобится с вами гель. Геля много. И следующее, что нужно, это сходить вот сюда, к нашему как раз алтарю, который мы здесь застроили, и сделать призыв босса. Но помимо этого... Одну секундочку. Линзы. 8. А сколько нужно было? 10. Подожди, может, где-то еще есть? Плюс нам желательно с вами найти подсолнечники. Вот, у подсолнечников есть, у подсолнухов есть одна особенность. Вот второй. Они понижают спаунрейт вражеских юнитов. То есть, если мы с вами их там посадим рядом с ареной, то меньше будет врагов спауниться. Ну, то есть, не от босса, естественно, а просто обычных мобов. Теперь можно даже ничего не делать, просто вот отсюда. Отлично, можно сделать глаз из 6. Из 6 он делается, хорошо. И можно сделать корону слизней. Парочку корон нам вполне достаточно. Возвращаемся. Вроде пока что еще день, я предлагаю призывать. Я понял, что я забыл здесь сделать, освещение поставить. Я тут так подумал, раз уж я до ночи дотянул, то давайте, ну все это здесь расставлял. Давайте сначала еще один глаз призовем, а потом же его. Ну все в принципе. Хилки есть, все есть, погнали. Черт, зомбаки прорвались. Нам нужно было застроить, я забыл. Забыл, что зомбаки прорываются. Слайм это не прорывается нафиг.
принципе, легко. Что-то под конец он разошелся, да? Ладно, справились. Так вот, забыл я про это дурацкое место, там нужно было застроить. Ну, то есть, перед тем, как сражаться, потому что они же здесь пролетают, то есть агрессивные вот эти твари. Таким образом, чтобы они сейчас не могли спуститься, а я потом мог бы раскопаться и там, естественно, выбраться отсюда. Что у нас происходит? Еще один реликт, ну, то есть можно поставить, это такой же, как там, да, все понятно. Дальше, это у нас слайм, неинтересно. Хилку можно съесть, это маленькая. А чё маленькую-то дал? Тут жидера, авиаторы, точно такие же, как у нас были. Потому что сейчас у нас таких нету. Семена и все. Ну ладно, давай сокровище. А вот и маска глаза Ктулху. Это на самом деле забавная штука. Жестокий щит. Плюс 4 скорости ближнего боя, 2 защита. Вместо вот этих когтей. Что нам когти дают? Когти плюс 1 скорость ближнего боя. Семена порчи, демоническая руда. Ну понятно, в общем опять без звереныша. Нужно будет еще одного призывать. Так, ну я в принципе отличился. Я предлагаю сразу корону слизней попытаться использовать. Чё б нет. Секунду. Можно надеть. Это вот он звереныш маленький. Это вместо вот этого. Он прикольный. Но он ничего не делает, просто летает. Так, я, честно говоря, не очень готов морально. Морально я не очень к этому готов, но надеюсь, что все получится. Ладно, забыл, кстати, еду поесть. А вот, колючий шар. У меня колючие шары есть, смотри. Я могу их здесь накидать. Теперь призвать тебя. Ну, где он? Сейчас появится. Он очень жесткий в этом плане. Ха-ха, неплохо. Сейчас, секунду. Почти. Шары с этих, они просто шикарно против него работают. Это с гоблинов. Все, завалили. Сейчас добиваем слизней. Вот эти шипастые слизни довольно-таки гадкие. Но видите, в чем особенность? Они не могут оттуда слезть, но они могут шипами стрелять. Класс, все. С этим мы с вами тоже справились. Что у нас там с вами? Я надеюсь, что тоже сейчас слаймика получим. Полностью подлечились. Мне не хватает моей брони старой, это раз. А во-вторых, мне не хватает... Кстати, знамя синего слайма повесим. Нам будет легче сражаться, это нам дает броню. А что не вешается-то? А, она вешается за цельный блок, да? Сейчас мы исправим. Так, мешочек. Королевский гель. Слизняки становятся дружественными. Эксперт. Хорошо. Это что такое? Это куда девается? А, понятно. То есть одевается в слот, ну, например, ботинок. Ну, типа... Но это, наверное, не работает против босса, скорее всего. Отвердитель используется для создания предметов. Потом разберемся. Слизневый пистолет у меня такой был, штаны ниндзя и шлем. Смотри, защита 2, 3, да? У меня защита 4. То есть у меня, конечно же, больше гораздо защита, но они добавляют большое количество критов. И слизневое седло можно надеть, призывать ездового слизня. Ездовой слизень. У меня такого не было. Где он? Он вот здесь. А как мне его призвать?
Во, на клавише R. Фишка ездового слизня в том, что он очень быстрый, он очень хорошо прыгает, а самое главное, он очень быстро падает вниз. Ей! Класс, и я могу с него стрелять и сражаться. Ну, типа, это не самый удобный вариант, конечно, как это можно сделать, но... Давай еще раз R нажимаем, убираем его. Вау, шикарно, мне прям нравится. И призываем еще одного слизня. Тихо, плохо, плохо, плохо. Нужно научиться нормально пользоваться этой фигней, я имею в виду. Как он там называется? Кстати, давайте вниз. Крюком, крюком. Крюком плохо получается очень пользоваться. Да попади ты в него. Так, лечимся. А, же у меня щит теперь появился. Я при помощи щита ускоряться могу. Я забыл про это. Тихо. Черт. Секунду, так можно было? Помогайте мне, ребята. Фух. Спокойно. Добить его нужно, его нужно добить. Сейчас. Что, так можно было? Серьезно, что ли? Я думал, все, хана, помер. Ну, блин, я с этим крюком дурацким не туда постоянно мышкой направляю. Это тренировки. Это нужны тренировки, чтобы научиться нормально с крюком пользоваться. Я и раньше это знал. Так, еще одна статуя. Там странствующий торговец прибыл. Я все жду торговца, который мне подарит, ну, принесет, естественно, хорошую удочку. Потому что удочка у меня на самом деле полный отстой. Мешок с сокровищами. Кстати, как вариант, это могло произойти из-за того, что броня была гораздо меньше, и я получал гораздо больше урона, чем раньше. Но криты, криты прям хороши. У нас мешок с сокровищами, два отвердителя, рубашка какая-то, грозный король гиль. А, ну вот, здесь хотя бы 4% урона. То есть он лучше, чем этот. Еще один пистолет слизневый, шлем, штаны. А здесь еще рубашка. 4 брони. 5 брони, ну броня меньше. То есть у нас получается таким образом полный комплект ниндзя. Если его одеть, то бонус будет плюс 20 скорость передвижения. А, вот что он дает. То есть теперь гораздо легче двигаться. Слушай, это прям очень круто. Ну что ж, тогда я предлагаю сегодняшний выпуск на этом завершить. Завалили с вами двоих боссов, такой двоих, троих боссов. Получили кучу всякой разной ерунды. Сейчас мне нужно будет там начинать строить для этого дела, естественно, сокровищницу или трофейную комнату, что-то типа того. Так что на этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем.